Эй, привет, мой дорогой друг, время позлипать ютубчик, тем более, что подъехала новая часть по Far Cry первому. Bad Boy is a game. Важных пленников содержат в бункере на другой стороне острова. На другой стороне? Если мы поплывем туда, нас засечет радар. Будет разумнее пройти через исследовательский комплекс. А что там исследуют? Сейчас некогда рассказывать. Внимательнее смотри по сторонам. Если что-то выглядит опасно, оно в самом деле опасно. Ну что ж, нам нужно пробраться в лаборатории. И нам уже говорят про какую-то опасность. А кто меня спалил? А это, видимо, на том берегу меня спалили. Меня кто-то палит, я не могу понять, кто. Все, вроде больше меня не видно. Ну, скорее всего, да, это... Он тот челик. Так. Не видел. Чертовщина. Что здесь еще есть? Чертовщина такая, чертовщина. Задержите его, я за помощью. Сверху еще кто-то. Так, я хочу наверх забраться. Отсюда будет поудобнее по ним стрелять. Же, где вертолет-то? А, вон он. Так, тихонечко пробираемся. О, тут пулемет есть. Сейчас мы разберемся. Карта. Как сэкономить патроны? Блин, ну... Так, откуда? Вот. Очень много урона мы так получаем. Так не получится. Так, здесь зачищено. Серьезно. Я пору тебя в клочья. Вон бегут еще. Так, и тут еще кто-то есть. Но эта красная штучка не спадает. Возможно, здесь рядом еще кто-то меня видит. Так, окей. Блин. Ага, я вижу. Все? Это все? Погнали. Погнали тогда в лабораторию.
Так, патроны. Ну, хотя у меня патронов нормально. Я по... В смысле? Сейчас я до тебя доберусь. Так, а вон еще один. Это, походу, работник вообще тут бежал. Так, окей, погнали. Что за шум? Одним единственным парнем, обещаю, если здесь будет то же самое, вам крышка. Вот вам мое подкрепление. А ну за дело! О, не зря мы все-таки эту карту подобрали. Будем надеяться, что эта тварь была одна. Он просто сказал «ай» и все. Так. Ты там где? Мне стало сложнее отслеживать твой сигнал. Ты думаешь, я знаю где? Похоже на какую-то пещеру. Понятно. Станция забора морской воды. Уже, значит, первые крокозябрины, которых мы встретили. Черт, свет вырубился. Только там где-то есть лифт, так ты попадешь в исследовательский комплекс. Ясно. В исследовательский комплекс. Мне что-то померещилось. Ты по кому там стреляешь? Что произошло? Блин. Вот. Меня ж подлагнула игра, блин. Я, кстати, почитал на форуме, почему могут происходить лаги, потому что игра старая, и она не работает на несколько процессоров. Она работает с одним ядром. Поэтому возможны лаги. За хрень! Соси! Чего? Ты чё базаришь, блин? Ты чё, охренел? Где ты, чушка? Блин, отсосал ты, получается. Я тебя уделаю! Так, у меня есть небольшие проблемы с ХП. Так, ну мы тут, получается, просто кругаля. Ага, это мы оттуда пришли. Просто оттуда пришли. Это место сплошной ад. Мне кажется, подорвав центр связи, ты вызвал суматоху на всех островах. Трагины воспользовались этим и сбежали потрясающе. Трагины. А вот и трагины, блин. Ага, тут тупик. К трагинам нельзя. Это что я сделал? Я, видимо, перешел на следующий уровень или что? Никаких заданий нет. Прикол. Так, тут больше... А, ну тут патроны только. Так, это тупик. Блин, ну мне бы аптечку. Я тебя вижу. Твари, они окружили меня! Надо замчить пока. Я... За... За... Что это за чертовщина? Должно быть, это Трагин. Проект доктора Кригера. По сути, они биогенетически измененные приматы. Обезьянки. Обезьянки, это вы? Сапог. Голова.
О, броня. Броня это... Слышим вас! Оставайтесь на месте! Шлем подкрепление! Не вступайте в бой с Трайкинами! Повторяю, не вступайте в бой! Не вступать в бой с Крагенами. Ученые из главной зоны наблюдения в лаборатории Тритоп должны знать, где находится Вэлл. Тебе нужно получить от них эту информацию. Отряду Альфа проверить центр управления. Отряду Бетта зачистить периметр леса. Всем повысить бдительность. Так, мне нужно просто пробраться в лабораторию. Это что за звуки? Это вот эти уже эти здесь приматы? Там вообще какой-то Jurassic Park, блин. Я вообще никого не вижу даже. Какого черта они тут делают? Часть плана Кригера. Он изобрел сыворотку, которая изменяет каждый орган и ткань в теле подопытного. Насколько я знаю, пока он испытывал ее только на приматах. Единственный побочный эффект сыворотки в том, что она уменьшает уровень интеллекта и делает подопытных крайне агрессивными. Кригер контролирует их при помощи имплантов. Вы слышите эти звуки? Внимание! Всему персоналу приготовиться к... Хорошо, парни, покажите, на что вы способны. Ваша главная цель — Трайгены. Стрелять на поражение. Так, я вижу троих сверху. Ага, еще один ворон. Так, ну эти внизу, я думаю... А, не, по нам стрелять начали. Я сделаю как бог черепаху. Как бог черепаху? Блин, а он задефал. Опа. Они, в принципе, вроде не это... А, это по кому-то стреляет просто. А вот он. А ты здесь стоишь. А, еще один. Я тут стреляю, этому вообще по барабану. Стоит, даже не видит меня. Так, у тебя что здесь? Ага, потрошки, все, потрошки подобрали. Вроде пока никого больше не вижу. Ну, конечно, конечно, тут ли лестница оборвана, мост оборван. И мне теперь что, нужно спускаться вниз или что? А где вот эта херня? Там? Вроде успокоились. Что такое? Мы застряли? Нет. Да. Ну давай, прыгни. Офигенно, мы прыгнули. Просто замечательно.
Конечно, у нас же так много хп. Мы же можем прыгать, куда захотим. Да, что здесь за это? Невидимое. О, пролезли, блин, неужели? Я только что получил сигнал СОС от Джерри Спадзика, главного ученого. Он заперт в каком-то помещении, окруженном трагинами. У него должна быть карточка допуска во все закрытые зоны. Она тебе понадобится, чтобы спасти Вэлл. Хорошо. Найти ученого. Так, давайте здесь пробежимся, посмотрим. Есть ли тут какие-то у нас... Так, тут все закрыто. Может быть, и аптечку мне удастся найти какую-нибудь. Здесь тоже закрыто все. Так, тут дверь. И тут дверь. Давай с этой супервижена. Блин. Вот это я сейчас чуть штаны не наделал. Профессор Пасик, прием. Мы получили ваш сигнал. Направляем к вам подкрепление. Держитесь. Шпионку перевели в бункер в целях безопасности. Хорошая новость. Я нашел твоего ученого и его карточку доступа. К сожалению, теперь он не слишком разговорчив. Зато я услышал что-то о бункере. Так, тут вроде все чисто. Ага, это... Все, я понял, Джек, это дверь. Прикрой задницу бронежилетом. Надвигается настоящая мясорубка. Так, вот это что? Выслали отряд. Так, вот это что такое? Нажимаем. А, ворота открылись. Ага, хорошо. Ворота открылись. Так, тут можно еще вниз сходить. Что это за звук? Всего лишь один? Да. Так, здесь так и нету, да? Можно сесть на грузовик и на грузовике, кстати, доехать. Блин, всякая фигни, а оружия нету никакого. Так. Я хочу еще здесь поверху пройтись. Опа. Откуда стреляют, я понять не могу. Это... Я все равно не понимаю. Может, сзади это стреляет? Ну, такое ощущение, что это сзади стреляли. Так, вроде тишина. Больше никого не вижу. Так, вижу броню. Броню забрал. Не, на машине не хочу ехать. Хочу тихонечко дойти. Тогда скажи, Кригер испытывал сыворотку на людях? Нет, насколько я знаю. Но у него есть много других проектов. Вот еще одна причина поскорее найти Вэлл и свалить отсюда. Что-то мне подсказывает, что Кригер использовал сыворотку на людях. Хорошо, карточка допуска позволит тебе попасть в лабораторию в каньоне, но вход в комплекс заблокирован.
заблокирован. Тебе придется самому найти способ попасть внутрь. Например? У тебя неплохо получалось со взрывчаткой. Может, стоит повторить? Да, мне как раз не хватает внимания. Так, значит, нам нужно попасть... Конечно, я прав. Я не хочу сдохнуть, как Бен. Комплекс и найти взрывчатку. Будет сделано. Обломись! Что произошло? Хочешь еще? Сейчас получится. Ты выйдешь из-за дерева, нет? Блин. В руку это? Пару выстрелов в руку, в принципе, и он тоже мертв. О, аптечка. Аптечка — это хорошо. Я ж тебе в голову стреляю, алло. Ты что здесь стоишь, спрятался? Чудной. Я уверен, что на той вышке кто-то сидит. По кому они там стреляют? Чисто? Вот, то, что надо. То, что надо. Так, значит, бомба у меня. Но если там на вышке никого, если там на вышке никого, значит, мы сами заберемся и поглядим. Что это нахрен? А, это на вышке челик с гранатометом стоит? Он что, издевается? Он... Ну, хорошо, что здесь аптечка есть. А как мне его убить? Я его не вижу даже. Так. Что, всего трое? А, ну там еще на заборе ходят. Окей. Трое — это немного. Я его так не вижу. Если я его не вижу, значит, он меня тоже не видит. Номер? Нет. А, да. Так, этот меня до сих пор не видит вроде. Еще. Он что там, спрятался? Или он сам себя убил, возможно? Возможно, он сам себя убил, когда стрелял.
Не, значит, мне показалось. Все, ладно, хорошо. А у меня карточка есть. Карточка не сработает? Нет, карточка не работает. Я найду тебя! Подходи к воротам. Я здесь. Офигеть, меня покоцало. Я же за деревом стоял. Я мог бы сказать, но лучше сам догадайся. А ты-то откуда взялся? Это снайпер? А где он? Вон он. А я могу забраться наверх? Так, от снайпера мы... Ой, от снайпера. От вертолета мы тоже вроде как избавились. Да, я могу забраться наверх. Я хочу здесь собрать. Не, реально, он, наверное, сам себя убил. Не видать его. Еще плюс 5 патрошков. Отлично. Отлично, отлично. Вот это нам не подбирается. Ну все, мы в принципе добрались до лаборатории. Так, слушай, я взломал закрытый канал связи. Похоже, Вэл ведут к вертолету. Вот дерьмо. Ее отправляют на Пагава или Якутан. Тебе надо прорваться через этот бункер к взлетной полосе. Одна проблема. Все знают, что ты придешь. Да я сейчас в такой заднице, что мне по барабану, знают они или нет. В общем, ребят, на этом я предлагаю это видео закончить. Уже похождение в этой лаборатории или в этом бункере мы будем проходить в следующей части. Спасибо, кто досмотрел до конца. Не забываем про комментарии, лайки. Спасибо всем еще раз. С вами был Bad Boy Games. Я же Виктор. И увидимся на следующих видео. Пока-пока.